Помимо того, что это так супер маневренный, преодолевает самые различные преграды, он умеет даже плавать под водой, но еще он умеет летать. После выстрела он пролетает расстояние около 3 метров, при приземлении едва не цепляя днищем землю. Но тут снова срабатывает торсионная подвеска, подбрасывая танк еще на один прыжок. Блять, как вы ездите в нем, Винсент? Это пиздец, как меня трясет. Я первый раз вообще на нем езжу. Да это пиздец, как вообще в танках. Все, тихо, смотри, сейчас аккуратно. Я не понимаю, как он это делает!